это счастье, век страданий, жизнь, как истина образца. У человека нет хвоста, лишь длинный хвост воспоминаний. Заглянул в твои уста своими жадными губами, если их был нем, тогда слоновой вами возглавлял чумные уста. Того, что было между нами, нельзя купить, нельзя продать, и не можно разумом понять. И не пересказать словами. Добрый вечер. Спасибо всем друзьям, которые пришли, которые новые, старые. Меня зовут Маклай. Это мой друг Миха. Еще потом будет Бахочка. Тоже товарищ. Вот он. Нашей спиною тысячелетий сученые нити. Я помню героев, ушедших за солнцем, желая любить в них пляшущих девок, трепещущие образа. Соломенной веры хватило заставить ослепнуть глаза. Ветер не знал обращения в дождь, а кто-то прошел родовые пути. Зря ходил в тебя ты, не сказав тебе, где жива. Сильных ключей бил не мой ручей. Возвращайся назад в Иерусалим. За нашей спиною Иисусовы братья и сестры их жен. Горючей соленою застыл на губах их молитвенный стон. Но в кайних рядах заблудшись в знаках вековые скопцы. Почуя, как странно вздымается плоть, набухают сосцы. И дождь не знал обращение в суде.
нашел родовые пути. Нет ли за нам обращения врага?